На главном продуктовом рынке Бреста и в будний день людей достаточно. Многие спешат с утра закупиться всем необходимым, чтобы вечером отправиться на семейный пикник или на дачу подальше от городской суеты. В жаркую погоду аппетитом похвастаться сложно. И чтобы организм не отвыкал от еды, а наоборот, подпитывался витаминами, берестейцы с удовольствием покупают овощи и фрукты. Особенно популярны сегодня дыни и арбузы, которые всегда были и остаются любимцами и детей, и взрослых. Сейчас сезон дыни и арбуза, поэтому в основном, естественно, покупатель берет арбузы, дыни. Арбуз самый вкусный, издавна у нас краснодарский, поэтому и везут его с Краснодара, естественно. Дыня узбекская, с Узбекистана. Она вот эти торпеды, так называемые, самые сладкие, самые медовые. Людмила Владимировна торгует фруктами уже не первый год. Через ее руки за много лет прошла не одна тонна витаминных сладостей. За это время женщина досконально владела мастерством выбора качественных и вкусных дынь и арбузов и с удовольствием поделилась уникальными секретами со зрителями телеканала БукТВ. Если вы хотите именно такой не сахаристый арбуз, а такой, чтобы он был сочный, то это нужно, чтобы вот вы постучали по нему, он должен быть звонкий. Если кто-то любит сахаристый арбуз, такой вот, который крошится, это нужно, чтобы он был приглушенный. Смотрите, чтобы не было нигде не подавлено, ничего, потому что если он где-то ударен, уже вкус не тот. Вот это будет вообще супер. Кто-то любит хрустящую дыню, значит, она должна быть твердой. Если любите такая, чтобы таяла во рту и была до самой корочки съедалась, значит, она должна вот здесь прощупываться. Спелый арбуз с бархатистой и сочной мякотью придется очень кстати в жаркий день. А сочная сахарная дыня станет приятным вкусным сюрпризом на обеденном столе. Знание нескольких нехитрых правил поможет не только выбрать вкусный арбуз или сочную дыню. Кусочек сладкого лакомства подарит хорошее настроение и заряд бодрости на целый день.